FacePrest вообще, насколько это возможно. Я не очень представляю, что там должно быть. Но интересно то, что уже, по-моему, у всех колоды есть Face. По-моему, я FaceWar хорошего не припомню. Были попытки, но хорошего не было. А кроме FacePrest и FaceWar уже все Face колоды были. Ну, Warlock тоже такой зоолог, он не Face, но такой агрессивный. Всем еще раз привет. Так, ну ладно, давайте попробуем. Арена, наверное, нужна, хотя уверенности нет. Сейчас мы все подряд будем пихать, а потом разберемся. Эти телки, конечно, нужны. Вот эти, конечно, нужны. Главная карта. Вот это, конечно, главная карта. Дальше, конечно, затруднение. Кингмастер, но я даже не знаю. Ну давай положим, ладно. Бомбы нет. Эти чувачки, конечно. Я думаю, покатушку одну или две. Покатушка вообще крутая карта. Эти штуки. Так, что у нас еще? О, дешевого, крутого. О, дешевого, крутого ничего нет. Сержантов давай. И про гномов давай. Что еще такого важного, ребята, есть? Паучки, наверное, есть, да? Я думаю, паучки еще важные. Важные, отважные. Джунглер не знает что-то. Тебе нравится через тетку, которая сильна напередок? Ну, хорошо тебе, что я могу сказать. Я вот не знаю, холиноу класть или нет. Если класть, то сколько? Алекс, ну что ты там гремишь так сильно? Какие-нибудь фейс-карты. Ну, Брана, конечно, положим. Облик тьмы? Нет. Вилен очень дорогой, мне кажется. Мне кажется, должен быть такой фейс-прист очень быстрый. Набегал, а потом мои бласты в лицо. Что-то мне так кажется. Таунас. Ну, Таунас у нас вот бласты. Ой, в смысле кара. Бласты. И все ведь, да, у нас слов довольно мало. Мурлок, а как же... О, точнее. Не, Мурлок... Да, точно. Мурлок с обилкой ханта, точнее. Ты прав. На крайний случай мага. Так, еще, ну, мне кажется, роботы 4-3 в любом случае кладутся. Вот как-то не крути, роботы 4-3 вообще везде кладутся, в любую градеку. Может, Аргуса одного положить? Таурисан, Вилен, мои бласты. Да нет, нет, это уже не фейс-прист такой медленно. Нужен фейс-прист такой быстрый. Без мечей фейсдеки не очень. Ну что-то в этом есть такое, да, оружие все-таки очень важный элемент. Расскажи, почему у тебя идет стрим с Натус Винцер. Ну потому что я комментатор в Storm Studio. Облик тьмы? Нет, нет, точно нет. Герой? Точно нет. Латеп? Тяжеловат, мне кажется. Латеп, конечно, интересный мужик. Может быть, даже и Латеп. Может, Ро какой-нибудь положим? Я же фейс-прист. Здорово, бармен. Может, Лерой? Не, спасибо. Слушай, бармен, а у меня есть твои контакты в ВКонтакте? Ладно, поехали, попробуем. Так, название не дали, самое главное. Самое главное, нет названия. Нормально. Вот так вот теперь можно и повоевать. Чуваки 3-4 не зайдут. Посмотрим. Кто тестится? Штерк подписался 8 месяцев. Спасибо, Штерк, за подписку. До какого ранга можно мидрейндж хантома апнуться? До 5-го можно дойти вообще любым набором карт. Ну, почти любым набором карт. Как Бранна сделать золотым? Скрафтить. Хороший батл крайна. То у меня есть сержант, у меня есть бомбардирша. Аргуса можно положить. Не стоило напрашиваться. Свет дарует мне победу. Я, кстати, все, пожалуй, я ставлю даже. Хотя нет, тут хорош сменю. Хотя нет, там телка 3-2. Нет, а золотые карты? Да, я скрафтил комманы какие-то. Мужиков 1-2, по-моему, скрафтил крестовских. Лагает? Ну, у меня не лагает. Лаги явно на твоей стороне. Я с интернетом беда какая-то. Так, что-то у нас... Тачка-то не алё. Пусть будет пристяк и забияка. Довольно гомосятинский звучит. Я им всем покажу!
Тачка так себе. Чувствую, сейчас мы этим агро-престом, фейс-престом улетим ранг на 8, а потом обратно будем играть нормальными деками. Им сейчас проще всего взять легу. Агро-шаман, мне кажется, сейчас номер один. Жрец на погребении норм. Я не знаю, что жрец на погребении, но звучит сомнительно. Хайлоу, поздравляю тебя. Большим событием в твоей жизни. Вот что за херня? Что за херня? У меня так бил в пятак сильно. Кто здесь агродека, я или он? Кто здесь агрессор, я не понял. Где мои секреты? Маг, небось, там в шоке. Приз с сержантом, ё-моё, думай. Блин, что это за дерьмо? Попробуем как-то закрепиться на столе. Попробуем. Попробуем. Я знаю, что погребение ремонт за 6 маны. Карта сомнительная. Так себе карты. Только фейербол. Только фейербол. Ну чё, мы давай 5-5 с рывком. Его там обалдел совсем. На тебе, ёпта. За 6 маны 2 карты, 5-5 с рывком. Ну так себе, конечно. Губаба сюда построена. Не, сейчас я исправлю, это с выходных осталось. Я такой же осёл, как и вы, сэр. Всё, сделал 40. Так, дракон. И фрустболт на 4, что ли. Я такой же осёл, как и вы, сэр. Это Ванногорки X3 ресап. Спасибо, Ванногорки. Ванногорки, Ванногорки. Да, что так приз наш вызывает сомнения, если честно, друзья. И Сенка 9 месяцев. Спасибо тебе тоже, Сенка, за подписку. Ну ладно, с агродеками, наверное, нам всегда будет тяжеловато. С любой агродекой нам будет трудновато. Надо встретить какие-нибудь оборонительные деки. Смотреть, что как с ними. О. Доктор Бум, что за дерьмо. Свой Близзард, да, это был Близзард. Тебе нужна моя помощь? Это будет круто! Ну, по-моему, у него останется хитов. Вот мы 3-5. Много у него хитов останется, около десяточки. Тут два майнбласта бы нужно, чтобы его добить, но мы умираем через ход. Ну, на следующий ход мы умираем. И пострелял так неплохо. Еще на 4 в голову. Ну, молодец ты, конечно, друг. Да, не сняли 8 хп. Ладно. 0-1. Мне кажется, зря я ввязался в эту вашу авантюру. Андуин и Джайна. Не стоило напрашиваться. Ну вот Джайна, тот же самый, что ли? Нет, другой. Другой. Плохо то, что у меня очень много существ с одним хп, и против магов совсем неудобно. Против магов, рок. Тут экспериментальные деки, ну такие вот. Экспериментальные деки. Опоздал ты, друг, на первый ход.
Личане придут меня Мира хостанул. Спасибо, Мира. А что ж такое? Буржуины сейчас ко мне придут. Что такое делается? Такой с портала к нам лезет. Уя себе. Охренеть. Да, некоторые жопы у нас тут. Привет, Мира, привет. Спасибо тебе. Нормальная вилка. Годится. Кстати, в пятак. Да уж. Правда, с этим урлоком Алкинаки плохо работает. Я же больше не могу хилиться. Алкинаки превращается в 3-5 без обилок. Хилять-то будем, друг? Конечно, будем. Даже без этого. Вот ведь джампсина, да? Вот ведь джампсина. Сопротивляется тут что-то еще. Что за непонятный прист фейс? Ну типа того, да. Экспериментируем. Что-то хп уже маловато как будто. А где Сиси? А, Мира, у меня... Понимаешь, у меня такой стрим, где Сиси нет. Я тебе не какой-то там вот. Вечер добрый, Роман. Добрый вечер. Хорошего потока и удачи с Фейспристом. А еще 17 числа день моего ресаба и день премьеры Звездных войн. Совпадение? Не думаю. Спасибо, ценная информация. Блин, а... Как же... Плохо-то. Очень опасненько. Вот эту штуку я хотел менять, но он мог защитить. Так, а это у него откуда? Это своя? Да, это своя родная. Плохой стрим, завтра еще приду. А я помню, кое-кто не мог юмор, не понимал сарказма и на эту фразу обиделся. Я не буду, конечно, показывать пальцем. Спасибо. Не буду говорить, кто это, но ее ник начинается на ми, кончается на ра. Так, 0-2. Неплохо идем. Проиграли какому-то нубасику с чуваками 6-3. Мира, видишь, я тут ладдер что-то совсем не могу. Такие нубасики меня выиграют. Может, мне какие-нибудь уроки дашь? Может, можно нанять тебя как репетитора? Сколько стоит час? Один, не бойся. Свет дарует мне победу. Так, ну что за херня? Мы вообще побежать начнем сегодня или где? Похоже, не начнем. Покорми уже ты свое животное, Алекс. Ты посмотри, Рома уже весь отощал. Ну, кстати, да, немножко. Да... Нет, что-то меня быстро надоел фейс-прист, ребята. О, наша мощь. Боевая мощь, ребята. Жалко, на переход не пришел. Сейчас просто Берлин на 2. Сейчас гейпорас сдаст, и все, нам нечего будет бафать. Да, он гейпорас. Теперь мы боимся прокачки за Германа. Пабло.
Деды правил нет. Ох, ты ж нехороший тип, а. Не, ребята, совсем говно дек. Это последняя партия, наверное, и что-то. Ты за еду работаешь? Договорились. Записывай, значит, адрес мира. У тебя будет задница 6, да? Ты будешь 5-6. Давай посмотрим, что выйдет. Теоретически он сейчас не завалит спел дэмэдж минус 6 штук. Когда? Гость сегодня в легенду? Да я, судя по всему, 25 ранг сегодня идет. То есть, при том. Где новогодний колпак? 15 декабря еще, да и нет, мы колпака на безпаче. Привет, Стеф. Что у тебя за винтовка такая? Прикольная. Ой, а как же наши майнбласты? Нет! Нет! Наши майн... Ох ты, сука, а! Упырь немытый. Надо хотя бы одну партию выиграть, ну так. Как гол престижа забить. Мой чатик на стриме кучу смайлов не понимает. Не обновляешь? Не обновляю, Шнур. Ты меня раскусил. Мой ствол хорошо смотрится со стволом Форсена? Да, нам часто это говорят. Смотри, какая у меня карта и какая у него карта. Вот здесь. Ты мне хочешь этого чувака оставить, что ли? Ох, дружок. Ох, дружок. Нет, не убивай. Гей-парад, гей-парад, гей-парад. Давай, дружок. А, хочет карт набрать. Интересная дэшка у меня там. Так, ну что? В то время немного поуешить. О. Hasta la vista, baby. Неужели мы выиграем партию? Привет, Кудзе. Счастливого праздника зимнего подсрока. Ишь, ёпты. Сука. Ну что за дерьмо? Как раз, блядь, получило в начале партии. Педик. Соснули мы. Да, победа была близка. Ладно, тут конси. Ты сильнее меня. Так, где этот педик, который подал мне идею играть в Пять Престолов? Забаньте его нахер. Да он все виноват. Пользователь Канифиш активировал премиум на ваш канал. Канифиш, Канифиш, спасибо тебе за премиум на наш канал. Добро пожаловать на наш канал. Чувствую себя как дома. Но не забывай, что ты на Good Game. Не стоило напрашиваться. Да, да, ладно, играем до первой победы. Мне фанат Тварыны 10 тысяч задонатил. С ГГ, чувак, да, с ГГ, ну про Тварыну я не знаю. Бы ему, конечно, большое. Ну, я уже сказал, конечно. Да, мне тоже нравится Рено. Я двумя руками за Рено. Просто мы сейчас с другой стороны баррикады. Я видел, да. Когда уже ты в легенду? Я, собственно, каждый сезон в легенду. Ноги взял второй ранг, это впечатляет. Причем, что удивительно, что меня абсолютно удивляет, это то, что он взял два ранг. Не фейс-хантом каким-нибудь, он взял два ранка этим ренолоком. Вот это действительно круто. Зачем я стол контролил? Так я не контролил ничего. Я наоборот все в лицо впидурил. Где же ты контроль там разглядел? Я им покажу! Я им всем покажу! Назватель 3000.
Играем для первой победы, ребята. Думаю, часа два это займет. Ранги на восьмом возьмем, когда оппонент вылетит. Почему он не стал 2-1 стрелять? Он хочет разменяться, что ли? There's no easy way out. А, я фейс фрист. Тут за Google истеричка появилась. Это Google истеричка обитает на Good Game. Пора секретчика, по-моему, брать, катать и ломать робота. Там катушки-то придется использовать. Еще рано, как вы думаете? Вот такое использование будет разумным. Нужно немножко законтролить. Я, конечно, могу походить в лицо, но слишком дешево бьет 3-1, это роботу будет проблема. Ну, вот так другое дело. Немножко по контролю стол. Такой не совсем фейс-прист. Не до фейс-прист. Я просто не могу до лица дотянуться. И в живот. Привет, павший с небес. Я только включил. Одноразовый чувак. Конечно, чувак одноразовый. Это 6 дамагов пятак. Хостили мадаму, новая фаворитка. Новая мадама — это Мира. Как бы так объяснить ее статус? Мира — это женщина, с которой я бы пил. Плохо там с пулы дешевые. Фаербол за одну ману, смотри. Хуя себе! Ну ладно, мы почти победили. Неужели мы снова проиграем? Это будет очень неприятно. Да ёб твою мать, а. Мире летать далеко? Слушай, Мира, а ты здесь еще? Ты же в Москве вроде, да, сейчас обитаешь? Расскажи нам, пожалуйста, о себе. Ты кто? Нам нужен спелдэм, чтобы майнбласт пожирнее дать. Давай, хантовскую обилку. Хантовскую давай, хантовскую. Оба! Хорош! На тебе, псина немытая. Так, 10, 8, 5. Хватает все равно еще. Не убиваем на следующий ход без топ-дека. 2, 7, 10 дома. А, и 2 отсюда, стоп. 2, 5... Так, хватает, убиваем, если он что-то не похилит. Ну, стенку поставил. Стенку поставил! Ну, теперь не улетаем, конечно. Не, ну что за херня? Придется стенку брать, чтобы пробежать в атаку. Но он меня убьет на следующий ход, а я его нет. Пиздец, а? Достал стенку. Просто вахуй. Так, нам не хватает одной маны, чтобы убить, да? Смотри, вот мы хватаем тебя. 3, 5. О, много не хватает. Забанит Миру срочно. Она не могёт в русскую озвучку доната равно. Ну, немножко не убьем. А он меня убьет. Снова проиграли. Забанить Миру срочно. Больше денег присылай. Давай, $100 в баню Миру. Так, сколько у нас? 0.4, по-моему, да, уже? Нашей чудесной декой. Кстати, я его убивал, если бы он стенку не вытаскивал, меня там хватило бы. Андуин и Утер. Я буду сражаться с честью. Так, где этот козлина, который порекомендовал мне играть с Престом? Найдите его и забаньте.
И золотой Финлиф у бомжара. Ну да, я такой Финлифа нищеброд. Долго ли забанишь за 100 при этом тегле? Ну, на сутки. Может, даже на двое. Фейс-прист круто. Ну, я тоже думал, как показывает практика, что-то так себе. Знаешь, как мне надо выиграть с ТД-кой? Ну и как? Синджин подписался 3 месяца подряд. Спасибо, Синджин. Как успехи скоро Лего. Если Лего находится с той стороны, то вот-вот уже. Очень близко. А если с другой, то у нас проблемки какие-то явно. У меня 80 тысяч пыли, почему не скрафтил? Ну, потому что у меня не 80 тысяч пыли. Покер. There's no easy way out. Потому что у меня 80 тысяч теоретической пыли, если я распылю карты. Но я их не пылю. Я жду изменения карт, обещанных Blizzard. Думаю, месяца два я точно подожду. Ты чего? Откуда у школьника 100 баксов? Я на своих обедах столько не потяну. Ладно, пусть тогда будет. Летом на работу устроюсь, забаним. Согласен, пусть будет. Мира, ты спасена. Я решил вопрос. Чё-то пауки себя не очень показывают. Хотя они хорошо с бафом работают. Как там твои 300 тысяч в месяц поживают? Да как уже бабки складывать некуда. Вот думаете, почему я на кресле поднялся? Уже вот под кресло бабки подкладываю, не помещаются. После изменений дороже будут? Нет, дешевле будут после изменений. Ну, конечно, они будут дороже. Вопрос только в том, сколько их будет изменено. Почему он торгует лицом против такого дерзкого приста, как я? Он что, еще не понял, с чем он имеет дело, что ли? Мел так на два лицом торгует. Да, у меня есть мазохисты 5-4. Не знаю, боятся они темноты или нет, но они есть. Пемку себе достал. Собака немытая. Ну не попади, не попади, не попади. А мне тут что? Ем. Так, у меня будет 20, у него тут 8, 9... Много остается, да. Эту тушку на стол. Если мы тут докинем по катушку какой-нибудь или второй майнбласт, то должно быть неплохо у нас. Ой-ой-ой, там второй блокер, ребята. Второй блокер. Ноль пять, кажется, мы сыграли. Но меня убивает на следующий. Давай еще покажем нашу мощь крестовскую. Ты сильнее меня. 0-5. Счастливого праздника. Спасибо, друг, и тебе тоже. И с Новым годом тебя. И с Рождеством. Гори в аду, пес. Ничего, ничего, сейчас попрет. Когда обучение? Не знаю, не до обучения сейчас. Вот Мира, когда будет обучать, это обучение. И почему Мельмен заявляет, что ты можешь поехать не в Сочи, а к нему бухать? Потому что так и есть. Слушайте, к нам Бран, кстати, ни разу не приходил. Вы заметили? Ни разу Бран не пришел. Может уйти уже с этой деки, но я решил одну победу сделать. Играем до первой победы. Победа близка, я ее чувствую. Воин дракона здесь, среди нас. Я чувствую его. Фейсвар или бунт? Ну, фейсвар гораздо проще, потому что там есть вепоны. Оружие очень тащит в фейсдеках.
одна победа может дорого обойтись, но я уже 0.5 иду, по-твоему, еще не дорого, что ли? А что ж тогда дорого? Когда победу сделать не решил, я пока думаю. Чего не решил? Спасибо. Пожалуйста. Миракл Рога. Ну и что, мужик, читать-то будем, нет? Мужик, читай давай. Спасибо, Блок, но я не планировал. Не планировал барнаул и вам пошутил. Счастливого праздника зимнего покрова. Вопрос, что планируется после ХС? Если честно, я еще не решил. Пока только в размышлениях. Может быть, Вов, может, Эрмадиларан, может, еще что-нибудь. Коня про запас. Не очень агрессивное существо. Не подходит в концепцию фейсдеки. Так, у него там кроме хилбота может что-нибудь украсть вообще? Я вот в этом не уверен. Моя судьба предрешена. Здесь меняться. Берет свою монетку. Пусть подавится своей монеткой. Может цапнуть сейчас. А, да, я на голубой огонек приду. По интернету. Только злобы. Сколько злобы на одну бедную окинайку. Хилбот, у тебя есть чувак или нет? Вот в чем вопрос. Слушайте, могу два раза обилку выбрать. Вначале выберу обилку ханта, потом и не предложат. Не боишься темноты? Нет. Не боюсь. Слушайте, а если он сейчас оставит его на столе, ну случайно, да, если оставит, я могу поизвать обилку, потом поменять, еще раз поизвать обилку. Жалко, что он ее не оставит. Победа! Победа, ребята! Наконец-то! Ну хоть кого-то мы победили. Говорят, новый какой-то Miracle Rogue очень крутой появился. Прям реинкарнация. Реставрация Miracle Rogue. Очень сейчас тащит, говорят. Я! Ой, жесть. Победа, ребята. Тащит дека, тащит. Все. Выложу ВКонтакте в группе. Достаточно. Значит, сейчас показываю вам деклист. Показываю деклист. Смотрите. Вот так вот раз. Так вот раз. И удалили его нахер. Все, ладно, я включу музыку.